полностью. Оно вот вчера выступает Лукашенко в программе Соловьева. Интервью дает Соловьеву. Соловьев задает вопрос, а как вот можно представить себе в ближайшие годы взаимоотношения на постсоветском пространстве государств, есть ли возможность для воссоздания союзного государства? И с участием каких стран? Ну, Лукашенко говорит, вот, да, кого вы видите возможными членами этого союзного государства? Ну, Лукашенко называет, естественно, прежде всего, Казахстан, не забыв упомянуть о том, что он с этим самым Елбасы выпивали крепко, и ему приходилось участвовать в этих попойках с Елбасы. Ну, там они ведут этот разговор, что вот Казахстан, что Украина войдет, тоже войдет обязательно. Вот такой вот разговор. Соловьев говорит, ну, Армения. Ну, что Армения, говорит этот батька. Что Армения? Армении некуда деться. Вот эти последние события показали, что Армении некуда деться. Понимаете, в пренебрежительном, уничижительном тоне. Если бы у нас было бы нормальное руководство в Армении сегодня, которым армянский народ недоволен, то на следующий же день не я бы прибежал к вам, да, просить эфир, а к вам бы прибежал пресс-секретарь Министерства иностранных дел и сообщил бы о том, что Министерство иностранных дел вызвало посла Белоруссии и вручило ему ноту протеста за то, что он в таком уничижительном тоне говорил о народе без всякого оттенка угрызений совести. Ну, конечно, если человек стрелял в свой собственный народ, он будет испытывать угрызения совести по поводу того, что он и кремлевские мудрецы подставили армянский народ под удар, потому что снабжали на протяжении многих лет оружием этими полонезами, которые поставлял Лукашенко Азербайджану, убивали наших ребят тысяч и тысяч, тысячами. А оружия у нас не было. Для организации, по крайней мере, небо мы не смогли закрыть общей системой панцирь противоракетной обороны, потому что ключ к этой системе находился в руках тех, кто дал зеленый свет Азербайджану напасть на Армению. И это факт. И сегодня мы видим, еще в этом контексте, Азербайджан пошел в сторону Турции, ничего. Вчера говорил Лукашенко, никакой тени осуждения. Ну, но то, что вчера произошло, а что в ответ Соловьев? По-фарисейски улыбался. А ведь утром в своей программе интернетовской он провел интервью с Карнауховым. Утром он, значит, проводит это интервью с Карнауховым. Через несколько часов Лукашенко высказывается в том плане, что ну куда они денутся? Ну куда они? То есть, иными словами, армян дело идет к тому, что собираются превратить в изгоев. Это уже, я долго об этом не говорил. Но это уже последняя капля была. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.